Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Россия отправила в Идлиб свой самый продвинутый самолет-разведчик. Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщила, что Россия перебросила в Сирию самолет-разведчик Ту-214Р. В публикации канала, на который ссылается Лента.ру, указано, что российский разведчик пролетел над провинцией Идлиб. Напомним, что около месяца назад этот же самолет был замечен в небе над Турцией. Тогда наблюдатели предположили, что борт дальнего радиолокационного обнаружения с номером РФ-64514 летит через турецкое воздушное пространство на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. Отметим, что этот самолет уже бывал в Сирии в 2016 году. Машина находилась на авиабазе Хмеймим около 2 недель. Отметим, что в составе российских ВКС на данный момент имеются 2 самолета Ту-214Р. Обе машины оснащены различными средствами разведки и обнаружения. Особенного внимания заслуживает бортовой георадар, который помогает обнаруживать подземные и сильно замаскированные объекты противника. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.